современном мире компьютерных технологий достаточно сложно определиться с выбором товара. Многие люди неделями ездят по магазинам и пытаются определиться с выбором. Все же, как правильно выбрать компьютер? Категория «Компьютер для учебы и работы». Данные компьютеры изначально немного проще, чем, например, конфигурации для дома и развлечений. Основным отличием таких компьютеров является использование в них так называемой встроенной, а не внешней видеокарты, что позволяет изначально экономить около $60-70. Очень важно, что в таких комплектациях есть свободный слот для добавления внешней видеокарты, и ваш рабочий компьютер с легкостью превращается уже в домашний игровой. В таких компьютерах установлены недорогие двухъядерные процессоры, такие как Intel Core 2 Duo E3300, Intel Celeron или AMD Athlon 2 ядра. Почему все бюджетное и недорогое? Да потому что понятие работы и учебы не требует какой-то выдающейся производительности. Поработать в программах Microsoft Excel, Microsoft Word, в программах обработки фото и видеофайлов, посмотреть фильмы и прослушать музыку. Все это возможно с помощью вот таких базовых конфигураций. Вторая категория – компьютер для дома и развлечений. Отличительной чертой этой категории, в отличие от предыдущей для офиса и учебы, является наличие более мощного процессора и, конечно же, наличие внешней видеокарты. Так как покупатели компьютеров для дома больше упор делают не просто на работу в простых программах, а хотят от компьютера чего-то большего, желая наслаждаться играми, просмотром видео высокого качества, работы в интернете, работы с более требовательными приложениями, то в таких комплектациях, как правило, оперативная память устанавливается от 2 до 4 ГБ, что вполне достаточно для данной категории компьютеров. И, наконец, последняя категория – компьютер для профессионалов и игр. Самая сложная категория – компьютер для игр. Еще ее можно назвать компьютер для профессионала. Почему сложная? Эти компьютеры достаточно дорогие, поэтому требуют особого подхода в подборе конфигурации. Мощные современные игры, как и сложно-технические профессиональные программы, требуют очень высокопроизводительную конфигурацию. Как правило, в таких комплектациях используются процессора минимум 4-ядерные, оперативная память может колебаться от 4 до 16 ГБ, и, конечно же, нужна современная мощная видеокарта. В нашем интернет-магазине мы создали удобный и понятный каталог. Все компьютеры разделены на категории, вы без труда сможете подобрать себе конфигурацию. Ну а если у вас возникнут сложности, наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. До встречи в нашем магазине!